Здравствуйте, в эфире новости, в студии Ирина Добродей. Смотрите в нашем выпуске о главных событиях этого дня. Суперски. Первый раз такие тренажеры вижу. Мне тоже очень нравится, очень близко к дому, хорошо. Тренируюсь каждый день. Есть чему позавидовать. 15 тренажеров, скамейки и беседки. У жителей Куковки наконец появилось место для прогулок и занятий спортом. На эти деньги можно купить один новый трактор. Но можно разумно разложить деньги, эти 1,5 миллиона, и можно купить целый комплект для обработки. Кто и на какие деньги будет выращивать в Карелии фазанов и мускусных уток? Единственный район, где еще остается, бытует два местоимения «мы» и «они», это, к сожалению, здесь. Мы – это все мы. Это и Петрозаводск, и Республика, и все районы – это все мы. Кто и почему препятствовал встрече главы Республики с населением Прянежского района? Совещание о реализации в Прянежском районе майских указов Владимира Путина оказалось под угрозой срыва. Муниципальные власти до последнего старались не допустить встречу руководства республики с главами поселений и общественностью, придумывая все новые и новые поводы. Тем не менее, встреча состоялась. Однако серьезных вопросов, по-настоящему волнующих район, на ней решить так и не удалось. Почему, выяснял наш корреспондент. Это первый район, в котором не отказывают во встрече с населением. С таких слов начал встречу Александр Худиланин. Прянежские чиновники делали все, чтобы не допустить визита главы Карелии в администрацию и его разговора с бюджетниками. Причем под самыми нелепыми предлогами. Даже сегодняшнее совещание, вот до утра еще воевали, лишь бы Худиланина не пустить сюда. И дверь заклинила, и ключи потеряли, и технический ремонт идет, и что только не придумывали. Ни вопросы социальной политики, ни кадровый дефицит, ни привлечение инвестиций не вызвали энтузиазма у районной власти. Масло в огонь подлило присутствовавшая на встрече депутат Заксобрания и по совместительству бывший кандидат в мэры Петрозаводска Эмилия Слабунова. Очевидно, что площадкой для выяснения отношений с республиканской властью она выбрала администрацию Прянежского района не случайно. Не секрет, что за многими принимаемыми на уровне района решениями стоит известный бизнесмен Василий Попов, лидер местных яблочников. Выпады начались после того, когда речь зашла о выделении земли. Напомним, что правоохранительные органы всерьез заинтересовались законностью многих земельных сделок, проведенных администрацией района в последние годы. За 2011 год 465 без торгов отдано земельных участков. За 2012 год таких участков отдано 413. Хотя, говорю, вот если продавать эти участки, а не передавать, ну, я думаю, что каждый участок минимум это миллион, а может и больше, если это на берегу речек или озер. А таких мест более чем достаточно. Грамотное распределение земельными участками могло бы серьезно пополнить районный бюджет. Сегодня он по большей части формируется за счет республиканской казны. Немало здесь и других острых проблем, которые придется решать в самое ближайшее время. Майские указы президента, являвшиеся главной темой совещания, ставят задачи и по повышению зарплат бюджетникам, и по ликвидации дефицита мест в детских садах. И это при том, что Прянежье – единственный район Карелии, где до сих пор не принята программа социально-экономического развития, и в результате тормозится его участие в программе «Столетия Карелии». Однако ни одна из этих проблем не прозвучала из уст руководителя Прянежского района. Я с Александром Петровичем объехала несколько районов и была на встречах. И везде поднимались вопросы воспользоваться встречей с высшим должностным лицом Республики Карелия, руководителем предприятия, руководством района, чтобы обсудить серьезные социально-экономические вопросы, обсудить перспективы, наметить какие-то пути движения и точки роста. Очень жаль, что сегодня руководство района не предложило и не обсудило ни одно из направлений развития социально-экономического развития района. Сложившиеся отношения района и республики не устраивают и главу Карелии. Единственный район, где еще остается, бытует два местоимения «мы» и «они», это, к сожалению, здесь. Мы – это все мы. Это и Петрозаводск, и республика, и все районы – это все мы. Я для этого восстановил комитет по самоуправлению, для того, чтобы консолидировать все. Его не было. Муниципалии были отдельные, республика была отдельная, Петрозаводск был отдельно. Вот так вот все это было. Нам нужно консолидировать, иначе мы из этой ямы никогда не выберемся. Обсуждение проблем района, вопреки попыткам его сорвать, в итоге состоялось. Сделают ли выводы после этой встречи местные власти и депутатский корпус, покажет время. В конце концов, именно им держать ответ перед жителями района. Через пару лет в Петрозаводске появится несколько сотен новых парковочных мест. На эти цели городские власти зарезервировали 8 земельных участков. При этом автостоянки появятся в самых разных районах города. На Древлянке, к примеру, многоярусный паркинг. Его строительство уже началось. О том, когда парковка будет готова и сколько будет стоить аренда одного места, в нашем следующем сюжете. В
Три уровня на 300 автомобилей с автомойками и услугами шиномонтажа. Древлянка станет первым районом города, где появится современный многоуровневый паркинг. Я думаю, что бизнесмены, которые намереваются реализовать эти проекты, посчитали, что вполне возможно в городе реализовать такие проекты. Они будут интересными и, самое главное, выгодными не только для бизнесменов, но и для жителей города. Выгода для обеих сторон очевидна. Бизнесмены получают прибыль от продажи и аренды машиномест, жители – освещенную и охраняемую цивилизованную парковку. Сами застройщики называют ее элитной. Кстати, ежемесячная аренда будет стоить от 2 до 2,5 тысяч рублей. Надеемся на поддержку администрации, потому что нужно будет дорогу делать к этому паркингу. Потому что то, что происходит у нас в городе, как бы и так, я думаю, всем понятно. Машины стоят там друг на друге, и элитных многоуровневых паркингов в городе нет, в принципе. Что касается центра города, то здесь решение проблемы дефицита парковок у мэрии другие. Ну, конечно, в центре города их будет меньше, потому что там застройка, которая не позволяет реализовывать такие проекты, потому что территория вся застроена, но тем не менее мы находим места, где можно это сделать. Речь идет о парковке на 50 мест, которую городу обещали владельцы новой гостиницы на площади Гагарина. В конце улицы Горького вместе с скрытым переходом через железнодорожные пути появится паркинг примерно на 130 мест. Расширяют под эти цели проезжую часть улиц Андропова, Герцена и Энгельса. И сегодня наш вопрос звучит так. Как вы считаете, решат ли многоярусные стоянки проблему нехватки парковочных мест в Петрозаводске? Заходите на наш сайт sampo.tv и голосуйте. Итоги подведем в понедельник. Совсем скоро в Карелии можно будет отведать мясо фазанов и мускусной утки. Разводить их будет одна из победителей конкурса начинающих фермеров, который провело Министерство сельского хозяйства. В конкурсе на получение гранта приняли участие 9 человек. Победителям сегодня вручили денежные сертификаты на создание и развитие фермерских хозяйств. Каких еще животных планируют разводить будущие фермеры и что выращивать, узнала Ольга Ряминин. По итогам конкурса победителями стали 5 фермерских хозяйств из Сартовальского, Оланецкого и Пряженского районов. Ираида Шалак уже несколько лет выращивает овощи в личном подсобном хозяйстве. Теперь она получила 1,5 миллиона рублей на расширение производства. В планах покупка техники для обработки почвы, сортировки картофеля и бэушного трактора. Конечно, новое можно что-то купить одно. Например, на эти деньги можно купить один новый трактор. Но можно разумно разложить деньги, эти 1,5 миллиона, и можно купить целый комплект для обработки техники и для получения конечного результата, то есть запаковать это все в сеточку, аккуратно и культурно. Заниматься выращиванием овощей – дело рентабельное. Ираида Шалак в одном лице и агроном, и бухгалтер, и управляющий хозяйством, и завхоз. Поэтому накладных расходов и расходов на аппарат минимум. И себестоимость продукции намного ниже, чем в совхозах. Если заниматься серьезно, если кормить вовремя землю, если иметь покупателя своего, то, конечно, приносит доход. Начинающие фермеры, которые сегодня получили поддержку от государства, займутся не только выращиванием овощей, но и производством баранины и молока. А Екатерина Брусуева из Пряженского района будет разводить гусей, мускусную утку и фазанов. Министр сельского хозяйства республики заверил фермеров, что они всегда смогут найти помощь и поддержку для успешного ведения хозяйства. Наши специалисты отдел боевой каждого фермера знают, сопровождают. И давайте, чтобы через год мы соберемся, обязательно приедем к вам, посмотрим, чтобы у вас открылось свое дело. Это самое основное. Как пояснили в Минсельхозе Карелии, в этом году государство активно поддерживает малые формы хозяйствования. Предусмотрены субсидии на минеральные удобрения, на приобретение семян и уплату процентных ставок по кредитам. Сегодня Верховный суд Карелии отмечает 90-летний юбилей 25 июля 1923 года, год образования Автономной Карельской Советской Социалистической Республики и новых органов управления. Постановлением первой сессии Карельского ЦИК был создан Главный суд Республики. На торжественные мероприятия в Национальный театр Карелии служители Фемиды пришли поздравить коллеги, руководство республики, представители исполнительной власти, высокие гости из Карелии и регионов России. Председатель Верховного суда Республики Борис Таратунин поблагодарил коллег за безупречную службу. Коллектив Верховного суда Республики сделал все от него зависящее, чтобы современная судебная реформа была реализована, чтобы утверждались такие базовые принципы, как независимость, несменяемость, неприкосновенность судей, доступность и открытость правосудия, состязательность судебного процесса. Глава республики Александр Худиланин поздравил всех судей и специалистов с юбилеем Верховного суда Карелии.
судебной власти сегодня не может быть претензий, потому что действительно сегодня это та ветвь власти, которая заслужила высочайшее уважение у наших жителей, у нашего населения. И хочу от имени жителей сказать вам огромное спасибо. В юбилей отличившимся служителям Фемиды были вручены награды. Торжество завершилось праздничным концертом. Чем отличается пластиковая карта Visa от MasterCard? Что такое дебет и кредит? Как получить потребительский или ипотечный кредит? И как не попасться на удочку финансовых мошенников? Этому сегодня учили на уроках финансовой грамотности в образовательных заведениях по всей России. Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях 2013» состоялась и в Петрозаводске. Старшее поколение, жившее в эпоху социализма и постперестроечного времени, имея одну сберкнижку, больших знаний в финансовых вопросах не имело, да и незачем было. Сейчас с обилием банков и платежных систем иметь элементарные представления о том, как управлять финансами и просто совершать любые платежи – это необходимость. Молодежь – это, так скажем, потенциальные потребители банковских продуктов. И для им важно прежде всего, то есть при обращении в банк, понимать, на что стоит обратить внимание. Какие банковские продукты существуют и как ими пользоваться, что учесть при подписании договора, при получении кредита и какую пластиковую карту завести. Этому студентов обучали сегодня банковские служащие и эксперты. Речь шла и об ипотечных кредитах. Какие бывают виды кредитов, какую помощь оказывает государство или фонды молодым семьям для того, чтобы приобрести квартиру на вторичном или на строящемся рынке. Азы финансовой грамотности пригодятся молодежи уже через 2-3 года, когда они начнут взрослую жизнь. Они смогут не только грамотно пользоваться финансовыми инструментами, но и будут защищены от заманчивых предложений мошенников. Национальный театр начнет в этом году сезон раньше других творческих коллективов столицы Карелии. Правда, случится это не на родной сцене в Петрозаводске, а в гастрольной поездке. О том, куда уже в понедельник отправятся наши актеры и чем будут удивлять зрителей, расскажет Алена Сянти. Мы, видите ли, ищем такого ученого человека, такого ученого-лекаря, который взялся бы вылечить дочь нашего хозяина. У нее какой-то хворобы, язык отнялся. Артисты Национального театра репетируют сцену из спектакля «Лекарь по неволе». Мольеровскую поучительную и смешную историю о человеке, по иронии случая, оказавшемся на чужом месте, хотят показать в Вологде, куда труппа уезжает 9 сентября. Город для гастролей выбран не случайно. Заметили за собой такую тенденцию, что мы участвуем в различных международных проектах очень много. И вот как-то с межрегиональным сотрудничеством, может быть, не так много совместных проектов, которые бы охватывали действительно северо-западный регион. Гастроли в Вологде продлятся 4 дня и пройдут на средства федеральной целевой программы. На сцене Вологодского областного театра зрители увидят 4 спектакля на русском языке. Это спектакли «Лекарь по неволе» по Мольеру, «Прощание в июне вампилов», «Ходори» по Василию Фирсову и местным нашим карельским сказкам, которые, я думаю, будет особенно интересно для вологодских зрителей, потому что это все-таки такой необычный национальный материал, и детский спектакль «Аленький цветочек». Проект предполагает, что театры будут ездить друг к другу в гости. Ответные гастроли «Вологжан» состоятся в ноябре. А труппа Национального театра впервые в этом сезоне выйдет на свою родную сцену в начале октября со спектаклем «Волчица», который был признан в прошлом году лучшим на фестивале «Онежская маска». В ноябре зрителей ждет премьера. Спектакль «12-я ночь» по пьесе Шекспира. Замкнутая система дорожек с разработанным спортивно-оздоровительным маршрутом, в том числе с 15 спортивными тренажерами, скамейками, беседками и даже кормушками для птиц. В лесополосу на улице Торнева в Петрозаводске пришло благоустройство в понимании городской администрации. И судя по отзывам жителей района, изменениями они вполне довольны. Все подробности у Александра Батова. Пока еще не вполне достаточный список благоустроенных скверов и парков Петрозаводска сегодня пополнил сквер на улице Торнева. Здесь найдут чем заняться и любители неспешных лесных прогулок, и спортивно настроенные люди. Для всех желающих будет разработан специальный оздоровительный маршрут, а 15 спортивных тренажеров – совершенная новинка для петрозаводских парков – уже доступны. Есть и первые впечатления. Суперски. Первый раз такие тренажеры вижу. Мне тоже очень нравится, очень близко к дому, хорошо, тренируюсь каждый день. Везде хорошо было. Сейчас даже стало лучше, потому что вот если пожилые люди совершают пробежку, они могут позаниматься.
Это очень хорошо для организма, что построили такие площадки. Тут же нашлись и те самые спортсмены в возрасте, за состояние организма которых так переживала юная петрозаводчанка. С внучкой сюда прогуливаюсь вечером, утром. Разминка, пробежка. На благоустройство сквера городская администрация потратила 7 миллионов рублей. И, по словам чиновников, этим проектом они ограничиваться не намерены. Сейчас обращаются жители других микрорайонов, которые хотели бы, чтобы у них тоже появился такой объект. Поэтому, конечно, вот если здесь будет все хорошо и удачно, да, и впредь, то мы, конечно, будем планировать такие работы, и в последующем в других микрорайонах появятся такие же территории благоустроенные. Возвращаясь к скверу на Торнево, можно добавить, что в следующем году здесь намерены провести освещение. 9-летняя корейская гонщица Ира Сидоркова через 2 дня примет участие в первенстве Финляндии по картингу. Интересно, что в престижной международной баталии участвуют более 60 юных пилотов. Все мальчики из разных стран Европы. В списке участников всего 2 российских девочки-спортсменки. Обе из Карелии. О том, как Ира готовилась к соревнованию и почему юные российские спортсмены не ездят на автогонки за рубеж, расскажет Максим Смирнов. Сейчас мы будем мерить объем камеры сгорания. Здесь вот всякие машины для двигателя. Эта штука мне нравится, она магнитит. Специальным стендом для диагностики коленчатого вала Ира пока не знает, как пользоваться, но обязательно научится потом. А пока механик дядя Саша показывает Ире, как замерить объем двигателя и соответствует ли он условиям предстоящих гонок. На компьютере внимательно изучают прошедшие этапы. Специальные программы и оборудование помогают сравнить все заезды, точно указать, где были ошибки. Перед отъездом надо проверить, все ли на месте. Картинг – спорт технически сложный и очень дорогой. Вот тут в этой канистре бензин хранится. Тут цепи и звездочки. Для каждой трассы разная звезда. Это генератор, если вдруг не будет электричества. Ирин папа рассказал, что у дочки есть одно условие. На соревнования она поедет лишь в том случае, если в дневнике будут одни пятерки. И это условие Ира выполняет. Неоднократная победительница чемпионатов в Эстонии старается. Картинг для Иры не просто увлечение. Это уже страсть и похоже на всю жизнь. Машинками начал играть там, в 2-3 годика, как бы, ну, одновременно с куклами. То есть без каких-либо чрезвычайных ситуаций. А потом увидела рекламу по ТНТ, шла вот нашего крытого так называемого картодрома. Вот. Ну и очень долго конючила, силой нас затащила туда. А когда посадили, к сожалению, вовремя снять уже не смогли. Интересно, что Ира получила водительскую лицензию в Эстонии. По международным правилам, дети до 13 лет могут ездить только в рамках национальных соревнований. Если бы разрешение было российское, то за рубеж уже выехать было бы невозможно. А в России участие в таких гонках в разы дороже, чем за границей. Кроме того, в России всего 5 международных трасс, а, например, в маленькой Финляндии 50. Сейчас Ира перешла в группу гонщиков 9-13 лет. Соответственно, и постараться придется. Большинство пилотов группы старше ее на 2 года. В картинге нет различия по полу. Для девочек и мальчиков трасса одна. Трудно представить 9-летнюю девочку за рулем, скорость 100 км в час на крутых виражах. Я и переворачивалась. Это была когда моя самая страшная авария. Вот, у меня машина вообще полностью была вся загнута, погнута. И как, чем все закончилось? Потом собрали машину, я потренировалась, и на следующий день уже гонка. Если в Финляндии гонки пройдут успешно, то Ира еще примет участие в заключительном чемпионате в Эстонии осенью этого года. Уже в следующий вторник, 10 сентября, хоккейные болельщики смогут выплеснуть накопившиеся за лето эмоции и поддержать нашу команду ВМФ Карелия в матче против клуба из Твери. Игра пройдет в теперь уже родном ледовом дворце в Контабаге. Команда уже окончательно перебралась в Карелию. В преддверии нового сезона главный тренер команды Анатолий Семенов и игроки поделились планами на будущее. Ледовый дворец в Кондопоге останется главной тренировочной базой для хоккеистов. Если дом спортивные игроки нашли, то вот бытовые проблемы решены не у всех. Не так-то легко найти квартиру. Скажем так, что в Кондопоге просто их нет, так сказать, чтобы квартиру найти. А в Петрозаводске тоже вот ребята многие еще пока ищут. Но большинство игроков, тренерский состав, так сказать, включая всех,
практически все уже, так сказать, обрели жилье. Несмотря на это, игроки тренируются в полную силу. Недавно они побывали на двухнедельных сборах в Финляндии и сразились с двумя местными командами. Проигрыш финнам Анатолий Семенов зазорным не считает, так как сейчас идет обкатка состава. По мнению главного тренера, игроки по-настоящему объединились. Специалисты помогли усовершенствовать технические моменты и видоизменили играющие звенья. В новом сезоне хоккеисты будут играть в новых связках. На пользу пошло и привлечение в команду опытных игроков Докшина и Якимовича. Кстати, последнего сами игроки выбрали капитаном команды ВМФ «Карелия». В прошлом сезоне карельские хоккеисты 8 игр проиграли по буллитам. И до игр в плей-офф чемпионата высшей лиги не дотянули. Наверстать упущенное команда собирается в этом году. На вопрос о главных соперниках для своих подопечных прославленный олимпийский чемпион еще советской хоккейной сборной Анатолий Семенов отвечает так. Главный соперник – это мы. Почему? Потому что если мы подготовимся к любой игре, то все команды практически в лиге, они практически одинаковые. Практически одинаковые. Нет такой, знаете, большой разницы между командами. Вот. Поэтому мы должны выходить и делать свое дело. И делать его хорошо. Если это будет на каждой игре, то я думаю, что проблем не должно быть. Напомним, что первая игра команды ВМФ «Карелия» состоится 10 сентября. Билеты уже в продаже. А теперь к другим новостям республики. Накануне в районе карельской деревни Вигово перевернулся катер с 4 пассажирами на борту. 3 пострадавших выплыли на берег, а 4-й 25-летний пассажир пропал без вести, сообщает МЧС Карелии. Сейчас на месте происшествия проходят поисково-спасательные работы. Отметим, что у пострадавших не было прав на управление катером, который к тому же не был зарегистрирован. Накануне на автодороге Санкт-Петербург-Петрозаводск пропал переносной светофор. Сейчас полиция города сортовала, разыскивает злоумышленников, сообщает интернет-журнал «Республика». Ущерб компании «Автодороги Петкеранта», который принадлежал регулировщик, составил 37 тысяч рублей. Всех, кто что-либо знает о пропавшем светофоре или был свидетелем происшествия, просят сообщить в полицию по телефону 02 или представителям фирмы по указанному номеру. Родственники сбитого на трассе Кола японского путешественника Харухиши Ватанабе приедут завтра к месту гибели велосипедиста, сообщает интернет-журнал «Республика». Предполагается, что там будет дан старт трехдневному велопробегу до Мурманска. Таким образом, друг Ватанабе Хадзухиса хочет завершить неоконченное путешествие своего погибшего товарища. Сегодня в центре традиционных ремесел Петрозаводска открылась выставка лоскутного шитья и текстильной куклы «Лепачок значит лоскуток». Все экспонаты созданы руками мастериц женского клуба «Лепачиха из Кими», которому в этом году исполняется 10 лет. Посетители выставки увидят работы, выполненные в технике лоскутного шитья, панно, одеяло, сумки, а также народные куклы. Выставка продлится до 28 сентября. Общественные организации Петрозаводска выступили с обращением к гражданам, в котором призывали к осознанному выбору своего кандидата на должность мэра Петрозаводска. Напомним, уже в воскресенье состоятся выборы. По документам свои подписи поставили известные в городе общественники. Далее комментарии некоторых из них. Я коренная петрозаводчанка, и для меня крайне важно, чтобы был принят закон о статусе столицы. Чтобы этот закон начал работать, чтобы мы могли выбелить и отремонтировать наши фасады, отремонтировать наши подъезды, наши дороги. И для этого крайне важно, чтобы между городскими и республиканскими властями было согласие, было понимание, чтобы средства на этот закон выделялись, чтобы они контролировались. Поэтому сегодня горожане должны очень серьезно подойти к вопросу о выборах. Я как человек спорта хочу сказать о том, что в последние годы очень много внимание уделяется развитию физической культуры и спорта в нашем любимом городе. Прошу вас, придите на выборы, проголосуйте за людей, которые действительно трудятся, работают в нашем городе много лет, чтобы не допустить к власти людей, которые пришли сюда случайно. В настоящее время очень много делается для молодежи, для жителей города Петрозаводска. Строятся спортивные комплексы, детские сады. Давайте продолжим это все хорошее той властью, которая находится сейчас в настоящее время у руля. Желаю вам всего хорошего и придите 8 числа на выборы. Глава республики Александр Худиланин также в преддверии выборов обратился к жителям Карелии. Уважаемые жители
Карелии, уважаемые наши избиратели. 8 сентября произойдут выборы в органы самоуправления. Это самая близкая власть к народу, и поэтому наша с вами задача избрать депутатов, избрать руководителей органов местного самоуправления, избрать руководителя Петрозаводского городского округа. И я понимаю, погода хорошая, есть семейные заботы, есть желание пойти пособирать грибы, но от того, насколько мы будем с вами ответственны перед этим выбором 8 сентября, зависит, как мы с вами будем жить в последующие 5 лет. Сегодня ситуация в Карелии достаточно напряженная. Я всегда честно об этом говорю на встречах с жителями в Республике Карелия. Но нам удалось стабилизировать ситуацию. У нас развиваются положительно инвестиционные процессы. У нас начата газификация. И сегодня та власть, которую мы с вами избираем, будет решать проблемы, которые в первую очередь нужно решать на местах. В наших с вами населенных пунктах, в наших с вами поселках городского типа, в наших с вами городах, в нашем с вами Петрозаводске. Сегодня далеко не простая ситуация. Многие пытаются сделать себе имидж, пытаются работать на проблемах, раздувая их. Но мы и без них знаем об этих проблемах и знаем пути их решения. И от консолидации власти муниципальной, от консолидации власти республиканской зависит, сможем ли мы изменить ситуацию в Карелии, сможем ли мы жить с вами лучше. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой. Уважаемые жители Карелии, уважаемые избиратели, найдите возможность 8 числа выполнить свой гражданский долг, прийти на избирательные участки и выбрать тех достойных людей, которые будут честно, профессионально, эффективно работать на благо нашей с вами республики. 8 сентября выборы. А завтра в программе «Личный прием» глава республики Александр Худилайнин. Смотрите на нашем канале в 17:40. А на этом наш выпуск завершен. Наши новости также доступны на сайте sampo.tv. А я желаю вам хороших выходных. До свидания.